Всем привет! Вы на канале Полина Твин. Я решила сегодня снять для вас влог, потому что сегодня день обещает быть интересным. И мы сейчас быстренько завтракаем. На завтрак у нас овсяная кашка и много фруктиков. Фруктиков, вот. Яблочко, киви и мандаринка. И груша. В четверг у нас была вечеринка, и я приготовила подарок Сусане и Саше. Я поздравила их. Был пакетик с печенюшками и открыточка. Арине я хочу тоже подарить открыточку и пакетик с печенюшками. Печенюшки у нас еще остались. Очень вкусные, кстати, получились. Вот там вот фиолетовый пакетик вот такой вот. Своими руками делала пакетики. Кстати, еще вчера... Да, вчера я упаковывала вам подарки. Или позавчера. Чё? Ничего. Короче, в какой-то из предыдущих дней вчера. Я упаковывала... Вчера? А, да, вчера. Упаковывала маме с папой, с Сашей подарки. Тоже своими руками все упаковывала. А ты и маме с папой... Ну, и отчасти Саши своими руками и подарки делала. Все, я покушала. Я решила собрать 5 печенек. Вот такая, в форме сердечка. Это кругленькая с рисунком, это без рисунка. И еще 2 сердечка, маленькая и большая. Кстати, спрашивали рецепт на печенье. Рецепт печенек? Ну, давайте под видео оставлю. И вот такой вот пакетик будет с фиолетовым бантиком. И вот такая вот открытка from Polina. Happy New Year, Arena. Такая вот елочка, которая разгибается. Мне одной рукой не очень удобно, но она так разгибается. Итак, я решила положить вот такой вот пакетик побольше, несколько подарочков. Это сами печенюшки, открыточка. Еще я положила эту книжку Майнкрафт Авария. Арина тоже немножко заинтересована в Майнкрафте, не знаю. Но там про Майнкрафт даже, как бы про игру больше, чем про Майнкрафт. И засыпала Рафаэлка. Конечно же, оставила нам Саше 2 штучки, потому что я их очень люблю. Вот, они лежат. Саша уже, кстати, пошел 10 зубы, время уже 20 минут. Я тоже побегу к нему. В общем, мы уже, нам скоро уже выезжать. И я спросила и у Елены, и у Татьяны, а надо ли завивать локоны дома. Никто не ответил, поэтому мы решили, что надо. Поэтому мама сейчас заплетает мне последний ряд. Фу, сплетает. Ничего не последний? А, больно! Обожаю вообще. Локоны не особо получаются, но в принципе... Ну, будут такие нежные. Красиво, да. Я уже одела линзы, расчесалась, зуб почистила. Кстати, у меня был такой клок волос вообще. Я тоже скажу, у меня были такие грязные зубы. Клок волос сзади. У кого длинные волосы, я думаю, меня поймут. И я расчесывала, стояла минут 20, мне кажется. Потому что очень... Прям сильно там все запуталось, я не расчесывалась. Всего один день не расчесывалась, там уже такой клок. Горячо. Ну вообще как бы надо расчесываться. Руководство. Вот. Папа Саши поедет к бабушке в гости. Мы собрали посылку, подписали почти. Я открытку написала. Мы собрали, мы подписали, ты уточняй, как это мы. Папа с мамой купили, Саша положил, я подписала открытку, Саша написала на коробке с Новым годом бабушка. Кашки. Бабушка. С Новым годом бабушка. С новым. С новым. Саша еще плохо умеет писать, поэтому не судите строго. Мама, на мамином канале посмотрите, мама выложит, что же мы собрали. Правда, после Нового года, скорее всего. Не, уже до Нового года. До Нового года? А, да, ну ладно. Папа решил сегодня бабушке подарить сразу посылку. Ау, понятно. Там всякие вкусняшки, особенно... Особенно ананас, который я хотела себе взять, но мама с папой сказали, что это бабушке. Тоже хочу ананасик. И что? А, и кстати, еще мама погладила мне платье, все хорошо. Спасибо, мамочки. Да, спасибо, мамочки. И Арина не смогла найти платье, поэтому мы спасатели, да. Нашли 2 платья, одно мое, одно мамино. Посмотрим, какое из них больше подойдет.
И что? Пиу-пиу-пиу. Какая тепленькая. Тебе надо еще обувь найти. Да, и вот надо найти еще обувь. Я не знаю, какую, на фотографиях не видно, какая у меня была обувь, поэтому сейчас буду смотреть видео, смотреть, какая там обувь. Да, то, что там было, тебе уже маленькое, потому что это было 2 года назад, поэтому бесполезно. По-моему, там вообще были твои туфли, которые мне натирали, помнишь? Розовые такие с острыми. Балетки где-то новые, которые ты на фотосессию брала. Ну, короче, посмотрим. Итак, тан-тан-тан, ух ты, какая красота. Теперь мама наконец-то пойдет зубы почистить. Да, спасибо. Вот можно полдня проходить с нечищенными зубами. Вот так вот. Легко. Легко. Ой, аккуратненько. О, какая красота. Сейчас давайте так. О. Собаки воют. Кстати, папа сейчас везет Сашу на стрижку, поэтому мы без 15 выйдем. Без 15-12. Потом отвезет нас на фотосессию. На фотосессию, затем заберет Сашу с парикмахерской, и вместе с Дели они поедут, вместе с Дели поедут поздравлять бабушку, и потом, когда у нас закончится фотосессия, когда они с Сашей с Дели приедут, мы поедем в Глобус все вместе, и будем там покупать Дели комбинезон, то есть тоже подарок на Новый год, вот, ура, я все сказала. То есть Дэль тоже подарка будет Новый год, она без подарка не останется. Саша там, кстати, Саша хочет Новый год свой телефон. И так как нам его мама отвозила меня куда-то. Ну, короче, и Саша, у мамы старый iPhone 5. И вот Саша на нем сейчас сидит в Инстаграме с папиного аккаунта. Смотрит на всякие видео, фотографии. Вот. Как скоро у него будет свой телефон, скоро он сможет смотреть на своем телефоне. Все, ура, мы в машине. Сейчас ждем только маму. Она одевается и душно. Мы еле здесь все поместили. Вот пакет с моим рюкзаком. И у меня на коленях платье. Здесь она не помнется. Потому что оно лежит прям опасно. И не испачкается, надеюсь. Вдруг ты вот так положить. Кстати, туда здесь уже через полчаса. Нам еще надо отвезти Сашу в парикмахерскую. Не знаю. Надеюсь, успеем. Все, мы приехали. Время, как обычно, уже как раз половина. И мы сейчас, папа высадил нас. Он с Дели, мама несет на платье. И мы сейчас будем искать, где же эта судья. Все, бежим. Мы уже в фотостудии, мы уже давно-давно здесь. Арина вот недавно пришла, я уже поздравила с Новым годом. Арина, привет. Привет. Юля, привет. Привет. Юля, нормально. Там уже некоторые локоны забивают, некоторые уже забили локоны, уже делают макияж, мы еще не делаем. У нас здесь только народ, очень много. Не знаю, как мы будем драпироваться. Только есть плойка, обычно плойки разные всего немножко. Елена тут накрыла небольшой стол. Чай с вафельками. Это что, мам? Печенюшки. Печенюшки, короче, да. Я хочу печенюшку. Наверх. В общем, пока что болтаем. Пока остальные красятся, пока остальные набивают кудри. Я вам не показала вот такого кроля. У него такие прям, он пушистый. У него очень красивые глаза. Похожи на мои, но очень яркие. Красивые. Дикие. Он в таком красивом жилеточке, прям как кролик настоящий. Из «Алисы в стране чудес». Я, кстати, читала «Алисы в стране чудес» на английском. Это мне мама с папой подарили на мое день рождения на 11 лет. Итак, мы уже зашли в фотостудию. И меня опять мама прихорашивала. Так. Бантик, слишком длинная лента, поэтому некрасиво. Главное, волосы не отстричь. Да, главное, волосы мамы. Я все жду, пока меня позовет Елена, чтобы сделать макияж.
Пока кстати, уже там. Аринки делают, Маша, показывает. Да? А мне? А мы уже нашли, спасибо, на ножнички. Там падает. А я? Как же я? Почему же мне еще не делают? Возможно, снимать преддверие для Инстаграма. Чуть-чуть. Красавица. А, снимайте, я думаю. Держи. А с этой стороны там... Спали. Ой, какая ты красивая. Вон там Маришка. Обалдеть. Так, у меня прям... У нас остался, да. У меня, кстати, такая же дома есть. Кто? Ну, это коробочка. Красоту наводит Татьяна. Да-да-да. С мамой. И на мой, и на мамин канал. Здорово. Так, чуть-чуть вот так, головочку. Там все макияж делают, прически. Сейчас привезли настоящего кролика. У нас будет фотосессия с настоящим кроликом. Как у меня на день рождения почти. Белоснежным? Да. Белоснежку. Буська. Почти как у меня. На день рождения у меня тоже был кролик, тоже белый, звали Буся. Хотя немножко поправляется там. Чуть-чуть объемчик. Да, чтобы красиво было. Все, Алиночка. О, спасибо. Кроли. У меня, не у тебя. Ну, какая разница? Зовут Буся. Буся, ага. Все, вот Таня мне сделала макияж. Что мне пришло в WhatsApp. Сейчас поближе покажу. Все, с Ариной делают прическу. И уже пришел фотограф Вадим. А сейчас будем фотографироваться. В общем, мы уже сделали общую фотографию. Сейчас по отдельности будем фотографироваться. Коту уехала. С Круляшем по отдельности будем фотографироваться. Все в тех комнатах, в самой студии. А мы здесь ходим. Потому что здесь мама, да, вот здесь никого нет, кроме нас и вот мам нашу. Меня уже сфотографировали с кроликом. С кроликом просто вот один фотографирует. Там все фоткаются. Время уже много, да, мам? Уже куча времени прошло. Пол-четвертого часа. Мы все время вылезали пальчик, не знаю. Меня сфотографировали, и все хорошо. Красиво, кстати, фотостудия. Зеркало, елочки. Все, так стоим. Смотрим фотоаппарат. Ну что ж, мы все фотографировались, уже переоделись, вышли и идем. Нам здесь надо в Глобус, поэтому... А у нас машины нет, она у папы. Поэтому нас отвезет Юля с Аришкой в Глобус. И там мы уже встретимся с папой. Вот. Очень красивые мы были, нафотографировались, кролик пушистый. Но очень устали, очень сильно хотим кушать. Хотим домой. Ура! Мы нашли папу с Димой, с Сашком, с Дели. И пап сейчас заказывает нам еду. Все сидим. Ну, ничего не все, Димы с папой нет. Сейчас будем кушать, ура, 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 ура. У нас там сарделька у мамы на руках. Я хочу ее потискать. Сейчас маме камеру отдам, она будет свой блог снимать. И я возьму Делю. Все, при этом мы купили мне клевую сумку и клевую пару обуви. Очень красивую. Спасибо магазин Дайхман. Очень круто, мне все понравилось. Обожаю Дайхман. Здесь он прям подходит мне. Только зашли и сразу выбрали мне обувь, сумка. Красота. Сашок, кстати, бабушка Сашку на Новый год сделала подарок. Он пошел в детский мир, купил себе подарок. Показывай. Видео подарок. О, а, ну ладно.
Очень клевую штуку купила себе Саша на Новый год. Бабушка ему подарила то, что. Дели купили, кстати, комбинезон. Это также видео подарков будет, поэтому смотрите, подписывайтесь. И что? И все, едем к бабушке с дедушкой. И всего-то. Время уже полшестого, кстати. Мы уже приехали, уже в подъезде. Собаченцы там. Так, заходим в лифт, все вместе. Сашка. Собаченцы, кстати, впервые будет у бабушки с дедушкой, да? Да. Вот. Бабушка с дедушкой обрадуется. Конечно, особенно бабушка. Особенно бабушка. Бабушка. Она любит собак? Очень. Едем на высокий этаж. На 7-й. А хочется ехать уже домой? Хочется, да, хочется домой. А нам еще мама стала убраться в комнате. Мы приедем часов в 8, а еще убраться в комнате. Чтобы завтра только пропылесосить, помыть полы и все. Ну, надо, надо, да. А то Новый год уже завтра. Уже завтра, да. Да, и упасть в обморок. И упасть спать. Мы будем завтра идем спать, чтобы... Особенно я. Чтобы я не уснула... С Новым годом! Рано слишком. Выступающий! С Новым годом! На ставр цыганский. Привет! О, привет! У меня заняты руки, поэтому меня снимает мама. Мы сейчас уже будем убираться. Бегом пойдем у нас в комнате с Сашей убираться. Мне еще надо умыться, потому что у меня макияж до сих пор. Глаза все болят. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ждите видео о подарках. И всем пока-пока. Я побежала.